срочный час, назначенный для бдения, в заветный час, секретный от семьи, слетается к окну, как привидение, умершие товарищи мои. И в продолжение всей бессонной ночи, пока месть время их не истекло, толпа родных фантомов, что есть мочи, стучит в мое оконное стекло. Тот просит в институт устроить дочку, тот просит оплатить его долги, тот просит, наконец, поставить точку той склоки, что посеяли враги. Товарищи дают мне полномочия отстаивать посмертную их честь. Но чем могу товарищам помочь я, коль у меня своих забот не счесть? В своей судьбе так муторно и сиро, что о других и думать не моги. Мне своего бы выпистывать сына, и мне свои бы выплатить долги. Гляжу на них домашний виловатый, расслабленный уютом и вином, уже и тем пред ними виноватый, что нахожусь сейчас не за окном. И тупо размышляю, гладя кошку, вот завтра грянусь озим не дыша, к чьему тогда надежному окошку захочет прилететь моя душа.